Шановний Сергій Іванович, шановні Прикарпатські міської ради, шановні присутні. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про хід виконання у 2018 році міської програми профілактики злочинності на 2018-2020 роки. Даний проєкт рішення був розглянутий попередньо на засіданні виконавчого комітету та на засіданні комісії з регламенту. Прошу даний проєкт підтримати. Ольга Петрівна, будь ласка. Комісія підтримала даний проєкт та рекомендувала для розгляду на сесії. Шановні депутати, проект ставиться на голосування. За 29 прийнято. Проект рішення про внесення змін та доповнення до міської програми профілактики злочинності 2018-2020 році. Даний проєкт рішення також розглядався на засіданні виконавчого комітету, рекомендувався на сесії, та розглядався на засіданні комісії з питань бюджету. Якщо дозволите, попередньо я проясню. Значить, даний проєкт рішення предполагає, скажімо так, доповнительне фінансування для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности в городе. Значит, два пункта, которые включены в программу, как бы так сказать, вы вызвали при общении живые суперечки. Но, поэтому я предлагаю пункт 1.2 данной практически исключить. Данный пункт я предлагаю рассмотреть впоследствии, когда, скажем так, и служба балансового требования будет готова к этому, и когда действительно те договора, о которых мы говорили, будут уже, как бы сказать, закончить свою силу, работу, и мы тогда уже полноценно рассмотрим эти пункты. Это касается ремонта помещения Новотроицкого отделения полиции и центра пробации. Что касается остальных пунктов, предлагается на подальшее провадження системы видеоспостережения передбачити в міському бюджеті 397 760 гривень та з метою попередження злочинності на території міста Часки Грузька Привілля передбачити 4800 на виготовлення білбордів. Все остальное ставить без изменений. Прошу підтримати. Олена Сергіївна, будь ласка. На комиссии этот вопрос был действительно рассмотрен. Господину Савченко неоднократно объясняли, пытались донести о том, что проект не соответствует действующему законодательству, и об этом есть заключение соответствующей аудиторской службы. Однако господин Савченко депутатов не услышал и все-таки пытался нас убедить, что проект необходимо вынести на сессию. Поэтому рекомендация комиссии не рекомендовать к рассмотрению на сессии. О чем? Мы не хотим продолжить безопасность нашего города, видеонаблюдение стоит продолжать забывать. Ремонт помещений. Ну так его уже снял. Уважаемые коллеги, я еще раз говорю, по этому вопросу, в принципе, можно, скажем так, говорить и спорить дальше. Я не считаю, что он не соответствует нормам действующего законодательства, но это вопрос второй. Я сейчас предлагаю рассмотреть вопрос, который более актуальный. А именно продолжение нашей системы видеонаблюдения, хотя бы предусмотреть возможности уже существующей обслуживания. Но лучше, как бы сказать, развивать ее дальше. На сегодняшний к концу года планируется уже уже установлено 47-48 видеокамер к концу года и будет 50 по городу сейчас. Более того. Нет, шановные депутаты, дивіться, данный проект действительно рассчитан на то, что мы сегодня говорим о безопасности наших громадян. Тому сегодня две статьи, два пункта, которые мы сегодня с вами принимаем на голосование, это видеоспереження и бігборди. Это два пункта. Я пропоную проект номер 10 поставить на голосование с изменениями, которые сегодня есть. Да, видеоспереження. Ну, здесь имеет смысл выключать пункт 1.2 полностью. Да, вот, да. Я предложил это. Да, да. И в пункте 1.3 там таблица. Таблица эти позиции. Пункты 4.5. Тоже есть. Пункты 4.5 с соответствующей корректировкой итоговой. Да, да. Да. Никто ничего не корректирует. Шановный депутат, с изменами. Озвучил только что Эдуард Иванович. Так?
Да, пункт 1.2. Исключаем полностью пункт 1.2. В таблице пункты 4 и 5 убираются и корректируются. И таблица, да. Пункты 3.4, да? Таблица 3.4. Ну и преамбуле. Все. Шановні депутати, проект номер 10 зі змінами, які озвучив Едуард Романович, ставиться на голосування. Пункт 1.2 та таблиці 3.4. Будь ласка, голосуємо. За 18, а чого рішення не прийнято? А потім що це? За більшістю голосів. Ні, це ж Шановні депутати, я ще раз прошу, давайте внимательно поставимо даний проект, тому що действительно це безпечність наших громадян. Давайте ще раз проголосуємо. Хоча б 10, 50 камер встановлюєте, 10 пусть хоча б доступні в інтернеті гражданам, жителям міста будуть. За наші. Давайте. За бюджетные деньги народа поставили давайте камеры. Чего люди не могут посмотреть то, что творится на улице? Есть окна для того, чтобы посмотреть то, что творится на улице. Здесь камеры несколько. В других городах они доступны, давайте, в городе Славянске. Давайте вы не будете давать программы профилактики значения. Пожалуйста, Саша. Так, пожалуйста. Финансирование, которое вы закладываете в проект, за счет каких средств вы будете реализовывать эти программы? За счет бюджета развития? У меня возникает вопрос, почему мы сейчас должны принимать проект, который перекошен, извините, и не соответствует законодательству, об этом мы с господином Савченко говорили на комиссии. Никто не потрудился проект решения изменить и дать депутатам нормальный проект решения, который можно было бы принимать на сессии. Это первая позиция. Вторая позиция, финансирование, которое туда закладывается, будет реализовано за счет бюджета развития. Это февральская и мартовская сессия. Что мы сейчас должны принимать? Какие борды? Обслуживание камер с января месяца, те, которые уже существуют. 50 штук. По городу их надо сегодня принять. Почему не подготовили проект решения после заключения комиссии? Отчитываем. Лена Сергеевна, по поводу законности подготовки этого проекта. Не торопитесь говорить об этом, это раз. Вы не являетесь судом, это первое. Второе, я еще раз говорю, и мы просим оставить только финансирование того, что касается видеонаблюдения, 397 тысяч и 4 800 на изготовление билбордов и вывешивания для борьбы с шахрайством. По прошлому году вместо 4 800 было использовано 2 400, потому что были договоренности с перевозчиками, были размещены там флаера, наклейки и так далее. Это дало свои результаты. Теперь, что касается видеонаблюдения. Изначально программе, давайте я договорю, изначально программе заложено финансирование как с местного бюджета, так и с залучением державных кошек. И еще я предлагаю залучением кошек иных недержавных установок. Я пытался на комиссии, я не хочу подать полемики, рассказать, что в принципе мы работаем в том направлении, впоследствии, чтобы интегрироваться в областную систему, и чтобы потом уже в этом вопросе выходить на державный фонд регионального развития. Ввиду того, чтобы наша система уже имела региональное значение. То же самое я пытался объяснить. Меня, правда, так слушали. Что... Спасибо, спасибо, Сан Саныч. Давайте, потому что действительно все депутаты понимают, я предлагаю, понимают, что это безопасность наших жителей, наших детей. Ну и вообще мы должны говорить о том, что мы должны думать за безопасность. Сергей Иванович. Обслуживание видеонаблюдения. Это... Поэтому давайте проект номер 10, как мы озвучили, да, это Эдуард Иванович зачитал всеми пунктами, которые мы исключаем. Давайте проголосуем. Сергей Иванович, вопрос. Вот эти 50 камер, они так же работают плохо, как вот эти здесь в этом сессионном зале, которые не ужасно не могут зрители смотреть, как вы тут сессию проводите. Поэтому нужно... Куда тратятся деньги? Это покажите, как другой. Они работают. Это совсем другое. Это система ВИЧ, которая нам подарена была. Это первое. Уважаемые депутаты, проект номер 10 с изменениями. Пункт 1.2 исключить и в таблице 3.4. Ставится на голосование. Сергей Иванович, прошу прощения. Предусмотреть финансирование как с целого бюджета, так без залучения бюджета. Давайте, давайте, мы сейчас принимаем обслуживание таких цифр, которые озвучили. И все.
Уважаемые депутаты, проект номер 10 ставится на голосование с изменениями. Будь ласка, голосуем. В проекте решения убираем пункт 1.2 в самом проекте. То есть здесь вносятся изменения в раздел 3, касающиеся вот ремонтных работ. Полностью убираем. И в пункте 1.3 там вносятся изменения в таблицу. В этой таблице убираются пункты 4 и 5, которые тоже касаются этих же ремонтов. То есть остаются видеокамеры. Возьмите эту рекламу в троллейбусное поместье, платите троллейбусному деньги за это. Но здесь, понимаешь, когда обращаются правоохранительные органы, и когда говорят, что в городе случилось то-то, и мы должны оповестить город, чтобы люди видели о том, что действительно может любой человек попасть на данный шахрай. Поэтому здесь ничего такого нет. Мы же не рекламу вешаем, а вешаем. Опять же, предупреждаем наших людей про безопасность. Шановные депутаты, проект... Вот здесь нам как раз и подсматривается. То ли 400 тысяч, которые на громадские организации, дать на две организации, то ли вот 290 тысяч нету на безопасность всего города. Вот вам, пожалуйста, вот вам параллели, проводите сразу. Виталий Петрович, в Римском Сенате был такой сенатор, который старше. Так вот он каждое свое выступление заканчивал словами, я все-таки, я думаю, Карфаген должен быть разрушен, независимо от темы выступления. Примерно так и у вас. Два направления бюджета. Которое важнее? Денег сюда нет. Голосуем. Уважаемые, давайте. Проект номер 10 с изменами остается на голосовании. Голосуем. Да, голосуем. Дякую, 30 за. Шановні депутати, переходимо до розгляду інформації по проектам 11-12. Про внесення змін до структури виконавчих органів міської ради.